три дня соревнований, 800 единоборцев, жесточайшая конкуренция. Но в итоге успех за Россией. Наша сборная, в составе которой 6 алтайских спортсменов, заняла первые места в общекомандном и личном зачетах. Какие перспективы для вас открывают участие в этом чемпионате? Здесь мы выступили и понимаем, что теперь на соревнования европейского уровня можно также смело заявляться, выезжать. На третьем открытом чемпионате Европы алтайские кунг-фуисты завоевали целый комплект медалей. На пятерых у ребят 4 бронзовые, 2 серебряные и 2 золотые награды. Я бы хотела добиться такого звания, как заслуженный тренер. Победа громкая, цели амбициозные. Уже на родине чемпионам вручают заслуженные знаки отличия кунг-фуистов. А в скорой перспективе у ребят 2 важных турнира. Ближайший состоится в Москве 5-6 мая. Елена Макаренко, Николай Шилко. Наши новости.